Модное слово «детокс», которое мы чаще всего слышим от поборников здорового образа жизни, обычно ассоциируется с фитнесом, правильным питанием, молодым здоровым организмом. Детокс или детоксикация – это выведение из организма токсинов, ядов, которые скапливаются внутри нас по самым разным причинам. В процессе жизнедеятельности даже у клеток, да, вырабатываются вещества, которые выбрасываются у нас в межклеточное пространство и не всегда оттуда выводятся. Самое основное – это у нас кожа выводит токсины, да, через кожу. Это у нас орган выделения через потовые железы. В связи с различными факторами и неблагоприятная среда, и там, неправильный образ жизни, неправильное питание – это все замедляется. То есть вот есть такие процессы, которые замедляются. Есть много способов выведения токсинов. И один из самых доступных и простых – это ванная с морской солью. И как раз-таки растормошить вот это вот все нас способствует вот соль. Поэтому все стремятся на море, поэтому после моря все отдохнувшие. То есть это вот с этим связано. В направлении детоксикации работают самые разные виды морской соли. А еще в качестве детокс-средства рекомендуется баня с соляным блоком. Его кладут на каменку, и пары соли проникают в организм через кожу и дыхательные пути, что также полезно для профилактики простуды и укрепления иммунитета. После детокс-терапии человек чувствует легкость, и это непременно сказывается на самочувствии и настроении.